Состояние Анастасии Заворотнюк с сентября месяца изменилось. Оно все еще тяжелое, но актриса чувствует себя лучше, чем раньше. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. И пояснил, почему ее скрывают от глаз посторонних. Более того, он поддерживает желание семьи не раскрывать личную информацию о здоровье звезды сериала «Моя прекрасная няня». «Я целиком и полностью на стороне родственников, которые закрывают информацию. О чем говорить, если человеку плохо, если она лежит бездыханная», цитирует критика-собеседник. Соседов актрису вживую во время болезни не видел, но ссылается на свои источники. По их информации, знаменитость жива, но находится в тяжелом состоянии. Тем не менее, надежда на ее выздоровление есть. В случае Заворотнюк будто все стабилизировалось, все находится в стагнации, на точке замерзания. Стабильно тяжелое состояние. Но если сравнивать с тем, что было, стало лучше. «Я знаю, что было совсем плохо», — добавил Сергей Соседов. По мнению музыкального критика, причиной болезни Анастасии Заворотнюк могла стать генетика и плохая экология.